Політична аналітикиня Ольга Курносова приєднується зараз до ефіру «Апостроф ТВ». Ольга, я вітаю вас. Вітаю. Ольга, а ви відзначаєте ось таке розходження інтересів і оцінок? Якщо так, то в чому і в кому воно виявляється? Reuters пише, що російські еліти не готові до довгої війни. Хто ці еліти? Ну, это разные элиты, это в том числе, конечно же, и бизнес-элиты в первую очередь, потому что, собственно, они понимают, что экономика в России сейчас в тяжелом состоянии. Безусловно, отсутствие разрушения старых связей и рост новых связей для кого-то создает определенные возможности, но для большинства бизнеса это все-таки возврат, что называется, к 90-м и все то, что было наработано, все пошло шкараберть, что называется. Поэтому, конечно, для бизнес-элиты война совершенно их не устраивает. Что касается элит политических, то тоже для большинства есть понимание у большинства, что по большому счету война во многом перечеркнула все то, что делал сам, в том числе, Путин в предыдущие периоды. Да, условно говоря, мы прекрасно с вами понимаем, что если бы они продолжали свою политику подкупа европейских политиков в попытке повлиять на выборы в различных странах, то точно достигли бы гораздо большего, чем сейчас, когда, по большому счету, весь цивилизованный мир объединился против России, потому что Россия начала полномасштабную войну. И, конечно же, тот раскол, который намечался и в НАТО, и союзники далеко не были в таких тесных отношениях, каких они есть сейчас. Поэтому, по большому счету, Путин действительно сплотил и Украину вокруг своего президента, и НАТО, собственно, вокруг тех ценностей, на которых они и строились. Ольгу, але якщо от еліти не, ну, економічні, зокрема, бізнес-еліти, ви кажете, що вони не готові. Які засоби впливу на ситуацію є у них в руках? Ну, смотрите, вот уже, собственно, одна история произошла. С них пытались взять дополнительные деньги на обеспечение войны. И, собственно, бизнес отказался эти деньги платить. И уж Путин что только не делает. И пытается сходить на заседание промышленников и предпринимателей. А бизнес все равно отказывается платить, потому что, по большому счету, олигархи и так уже вложились в войну перед ней. А сейчас, когда они понимают, что все это не просто выкинутые деньги, да, но еще и перечеркнутые многие годами складывающиеся рынки сбыта. Угу. Да, они не готовы вкладывать дополнительные деньги. І є спосіб уникнути тиску Кремля, тобто, я не знаю, залякування, отруєння, заборона виїзду за кордон, не знаю, можливо, там аж до націоналізації. Це все не лякає бізнес-еліти, вони, правда, готові боротися. Ну, тому що боротьба, то вона вже переноситься в політичну площину, і у цій політичній площині виглядає, що Путін розуміє, що він може знову мати позитивний для себе результат на виборах, чи принаймні створити цей позитивний результат. Готовності загальносоціальних виступів, якихось повстань, протестів немає. Розгвардія на теренах Росії все ще може тримати під контролем ситуацію. І тоді що? Бізнес-еліти розраховують на приватні військові компанії, які вони створюють? Чи що? Ну, частні військові компанії – це, скоріше, яка защита. Да? Коли почнеться реальний переділ власті, да? Собственно, может начаться и передел собственности также. Поэтому для того, чтобы подготовиться к транзиту власти, они создают эти частные военные компании. Что касается того, как Путин может потерять власть, это самый главный вопрос. И понятное дело, если бы у меня был на этот вопрос ответ, то, наверное, Путина бы уже сегодня не было у власти. Мы бы что-нибудь уже сделали для того, чтобы этот сценарий воплотить в жизнь. Это сложный вопрос. Но я бы не сказала, что Путин может быть так уж уверен в своих выборах 2024 года. Отсутствие конкурентов не означает отсутствие возможности проиграть выборы. Да, мы помним историю с Лукашенко, когда он проиграл выборы в отсутствии, по большому счету, как все считали, сильного конкурента.
Потому что складывается ситуация, когда люди готовы голосовать за кого угодно, кроме того, кто их вовлек в эту страшную войну. Потому что то, что война страшная, уже большинство россиян понимает.